Політика.ua на парламентському. Я вітаю всіх глядачів. Сьогодні гостя нашої студії – другий міністр соціальної політики, народний депутат України Наталія Королевська. Наталія Юріївна, вітаю вас. Вітаю вас. Перше питання, яке хотілося б з вами оговорити, воно, певно, що матиме дуже величезний суспільний резонанс, тому що дуже критично до нього ставляться як ті, хто за, так і ті, хто проти. Мова йде про введення візового режиму з Російською Федерацією, по якому вже є навіть позитивне рішення комітету. Яке ваше ставлення? У нас є в парламенті, знаєте, такі партії вредителі. Тобто, це партії війни, які їх називають? Такі, які нічого за то время, пока они у власти, они не сделали. То есть они думают о том, что поломать, что разрушить, где можно сегодня навредить. Занимаются чистейшим политическим популизмом. Ну вот примеры, да. Сначала эта партия «Народный фронт», они строили стену на границе. Говорили, что это обезопасит наши границы, и мы возьмем под контроль. На это выделялись значительные бюджетные кошты. Сумасшедшие деньги выделялись. Сегодня стены нет, денег нет. Контроля нет над границей, результата нет. Никто за это не ответил. Дальше. Потом они придумывали переименовывать города, улицы, сносить памятники. Наломали, насносили памятников, напереименовывали городов и улиц. Сегодня тратятся сумасшедшие деньги на переоформление документов, на вот эти таблички, на сумасшедшую сегодня работу. Толку от этого ноль, потому что рабочие места не созданы дополнительные, инвестиции дополнительные не пришли, пенсии и зарплаты не поднялись, ничего не сделано, зато они провели колоссальную работу. Теперь им уже не на чем пиариться, потому что уже все переименовали, на стену уже все деньги украли. Да? Теперь они решили придумать следующее, да? Давайте введем визы. Хорошо. И тут же питание не столько внутреннее, сколько зовнішнє. Конечно, давайте подумаем, а какое будет следующее у нас решение? Ну, ведете вы сегодня визы, завтра 4 миллиона людей, которые работают сегодня в России, украинцы. И делают это они не от большой любви к России, потому что у нас сегодня они не могут устроиться на работу, не могут получить зарплату, не могут прокормить свои семьи. Давайте их бросим один на один с проблемами. Вот если бы ко мне пришли бы представители Народного фронта и сказали, вот мы видим, как создать 4 миллиона рабочих мест в Украине, как сегодня привлечь сюда инвестиции, как действительно вопрос безопасности стоит, очень остро стоит. Но мы же все умные люди. Террористы по визам в страны не ездят. И это все очередная такая фишка для того, чтобы сегодня еще наломать. Обещали безвизовый режим с Евросоюзом? Так вы придите и скажите, что мы получили безвизовый режим с Евросоюзом. Мы наладили новые дипломатические отношения. Мы подписали новые сегодня фантастические контракты на сотрудничество экономическое с другими странами. Привлекли сюда инвестиции. Они ничего абсолютно не сделали за 2 года. И теперь ходят, вот как те мелкие вредители, что еще навредить и кому еще не сделали плохо. Пані Наталя, а як бути з позицією більшості українців, які все ж таки вважають, що між Україною та Російською Федерацією йде війна, і для чого нам дипломатичні ці відносини, які не дають користі одне одному? Вопрос нужно рассматривать глобально, то есть ломать это не строить. И проще всего, на что только способна сегодня коалиция, это придумать какую-нибудь ерунду, попиариться на этой ерунде, пообманывать людей. А что они сделают? Да они только пальцем нажмут на кнопку. Вот это их вклад будет в будущее нашей страны. А давайте посмотрим на следующий шаг. У нас миллионы семей, у которых есть родственники в России, у которых живут там близкие, родные люди, у которых есть там друзья. И мы на уровне бытовых отношений, конечно, поддерживаем общение. У нас сегодня миллионы людей, которые там работают. И 1 200 000 000 ежегодно перечисляют гастарбайтеры, которые работают в России, перечисляют сегодня в Украину, а прикордонные территории, тобто все це матиме где идет как раз наслідки по сегодня цим позиціям. Небольшое движение, но где к нам приезжают россияне сегодня, скупаются, потому что всегда украинские продукты ценились, когда наши люди ездят. Поэтому вопрос нужно рассматривать только комплексно. Какие будут последствия, какие будут от этого угрозы, и как мы сможем решить эти вопросы. И только после этого уже рассматривать и принимать профессиональное решение. Цього тижня вы будете категорично проти, якщо такий законопроект з'явиться на голосування? Ми голосувати за це не будемо. І ми вважаємо, що тут необхідно услышати дуже чітку і зрозумілу позицію міністра закордонних справ.
потому что это дипломатические отношения, это профессиональная сфера. И насколько я слышала заявление министра, то однозначность в его ответах по этому поводу я не видела. А просто популизм, когда люди без знаний, опыта и ничего сегодня получили высокие посты и каждое утро думают, чем прославиться. Так вот, они уже допрославляли страну для того, что вот мы увидели сегодня проект бюджета на 2017 год, предложение от МВФ. Это унизительные решения для нашей страны. До речі, в рамках бюджетного процесу опозиційний блок напрацював альтернативний проект. Чим він принципово відрізняється від урядового? Мы увидели проект бюджета правительства. Это бюджет войны, где сегодня забыли о людях, забыли о том, что нужно восстанавливать экономику, что наша сила... Сила, когда в нашей стране у человека есть рабочее место, есть достойная зарплата, когда пенсионер уходит на пенсию, и он уверен в завтрашнем дне, что ему не придется на паперти стоять с протянутой рукой и голодать в своем доме. Вот в чем наша сегодня цель и задача. Это бюджет экономической стабилизации и социального благополучия. Але хотілося б, щоб бюджет був і реальним до виконання. От ті 80 мільярдів, які ви знайшли додатковими, я так розумію, що це будуть і додаткові видатки. Наскільки все це може вплинути на реальність виконання? Ми проаналізували проект бюджету правительства. Ми зібрали професіональну експертну групу. І ми підготовили, передали альтернативний проект в бюджетний комітет. Ми показали їм. Вот есть дополнительные 80 миллиардов гривен, которые почему-то правительство не учитывает в доходной части бюджета. Манипулирует цифрами, потому что потом эти 80 миллиардов гривен они растащат по карманам, а в доходную часть они их не дают. И мы говорим, вот 80 миллиардов, и мы предлагаем, как их потратить, чтобы минимальная пенсия была в 2017 году 1900 гривен, чтобы минимальная зарплата в 2017 году была 2437 гривен, чтобы бюджетникам подняли зарплату в среднем от 30 до 50%, чтобы сегодня местным советам передали деньги, не только ответственность передали, нате вам все льготы, финансируйте. А за счет чего финансировать будет сельская рада, в которой ни одного рабочего предприятия нет и ноль доходов, чтобы передать сегодня местным бюджетам реальные ресурсы на финансирование обязательств государственных, и чтобы сегодня направить существенный ресурс на восстановление экономики, инфраструктура, создание рабочих мест. И, конечно, самый важный вопрос – это тарифы. Мы им показали, за счет чего сегодня можно снизить в два раза цену на газ и на электричество. Мы предоставили им абсолютно все профессиональные расчеты. И я считаю, что бюджетный процесс в сегодняшнем положении дел в стране – это не должны быть лозунги, это не должны быть чистые заявления – поднять пенсию, понизить пенсию, льготы убрать. А здесь должна быть создана межфракционная экспертная политическая группа, которая привлечет к себе дополнительно профессиональных экспертов, должны все проанализировать и найти максимально эффективное решение. Сегодня сложно в стране, но в первую очередь, чему мы должны научиться? Мы должны научиться использовать правильно тот ресурс, который есть в нашей стране, а не бежать сегодня с протянутой рукой в МВФ, обещать им все, закладывать на будущие поколения долги, отдавать последние портки, снимать с себя ради того, чтобы получить мнимые 5 миллиардов гривен, долларов в следующем году. Стосовно простягнутої руки, тобто знаємо, що, зокрема, і наш бюджетний процес, він в певних рамках, зокрема, і згодом на вимоги Міжнародного валютного фонду. Стали відомі певні подробиці цього меморандуму, чи підтвердилися ваші занепокоєння стосовно цього? То, що ми побачили в проєкті меморандуму МВФ, і то, що опозиційний блок считает предательством интересов Украины. Мы сегодня зарегистрировали пакет законопроектов, которых четко предусмотрели. Первое. Мы запрещаем повышать пенсионный возраст. И запрещаем вообще правительству поднимать сегодня эту тему в стране. Второе. Мы запрещаем продавать украинскую сельскохозяйственную землю. И мы считаем, надо запретить правительству хоть какие-либо переговоры вести на международном уровне и торговаться сегодня за украинскую землю. Третий вопрос. Они хотят отменить упрощенную систему налогообложения. Это миллионы малых предпринимателей, которые сегодня чудом выживают. Это их такой экономический патриотизм по отношению к своей стране, когда они сохранили рабочие места, когда они хоть себя, свои семьи, близких способны сами прокормить. Они сегодня хотят отменить упрощенную систему. Третье. Что они додумались, они решили сегодня закрывать сельские школы
и сокращать медперсонал в больницах. Но вообще мыслимо такое, когда в стране сложнейшее положение дел, когда сегодня медицина, образование становится недоступным для сельской местности уже почти, для большинства горожан, для наших пенсионеров, для ветеранов, и они хотят еще дальше угробить это направление. Поэтому мы категорически против, и мы считаем, упрощенную систему нужно сохранить. Пенсионный возраст ни в коем случае не только не трогать, а мы должны отменить ту позорную пенсионную реформу, которая не дала результата. Мы считаем, что недопустимо сегодня ни в коем случае трогать школы и больницы, потому что это приведет к колоссальным непоправимым последствиям. Мы считаем, что сегодня необходимо сделать все, но не дать ни одному чиновнику дотронуться до украинской сельскохозяйственной земли. Это наша четкая позиция. Также требование МВФ – это продолжить повышение тарифов. Вы знаете, вот история с тарифами, она за этот год уже стала настолько мутной, настолько темной, что мы со страхом все ожидаем получения платежек и уже наступления холодов. Мы ни разу так и не услышали, почему такая цена, почему она сегодня в два раза выше рыночной, почему сегодня выделяются колоссальные деньги на субсидии, но человек далеко не чувствует себя защищенным. И кто на этом зарабатывает? Поэтому мы категорически против повышения тарифов, и мы настаиваем на том, чтобы тарифную политику привели к уровню 2014 года. Эти все предложения мы заложили в нашем проекте бюджета и будем настаивать на том, чтобы они были приняты. Пані Наталія, чи є у вашому підході до земельного питання якісь але? Адже ми бачимо, що цього тижня певний ажіотаж навколо цієї теми. На початку тижня під парламентом протестували аграрії. Чи можуть бути якісь компроміс, принаймні? Адже ми знаємо, що до кінця року діє мораторій і якесь рішення треба буде винаходити. Компроміс має бути один. Не трогать украинскую сельскохозяйственную землю. Все. Не имеет права украинский парламент, который сегодня состоит из народных депутатов, политических партий, которые не пользуются сегодня той поддержкой, которую они получили два года назад, принять единоличное решение за всех граждан нашей страны. Как вы ставитесь до идеи с референдумом щодо цього питання? Такой законопроект я зарегистрировала еще полтора года назад в парламенте. И я считаю, что такие решения могут принимать только люди. И вот еще, кстати, тоже требование МВФ – это начать широкомасштабную приватизацию. Вот мы тоже категорически против, чтобы сегодня за бесценок отдавали предприятия украинские и вот вместе с землей уже раздали все стратегические объекты. Сегодня нужно остановиться, нужно прекратить в этой агонии кредитов, безответственности, непрофессионализма принимать стратегические решения. Пані Наталі, от сьогодні так співпало, що в нашій студії було декілька народних депутатів, які відстоювали саме позицію продажу землі. Їх аргументи, що це найбільше багатство України, яке можна оцінити щонайменше у 100 мільярдів доларів. І вони кажуть, для чого ми беремо кредити, для чого ми шукаємо якісь можливості, якщо вони в нас під ногами. Чому держава не використовує такі багатства? Ну, це равносильно тому, що от, у вас є квартира, да? Ну, є, її ж можна продати, правильно? І продали собі. Проїсти, витратити кошти. Да, можна після цього навіть місяць жити дуже добре, да? А на следующий месяц пришел, жить негде, да, там уже новые люди живут, денег уже нет. Все, ты стал бомжом после этого. Так вот, те, кто сегодня хотят продать землю украинскую, это те, кто хотят уже сделать людей наших окончательно бомжами. Почему? Понимаете, Украина будет сильной страной. У нас для этого есть абсолютно все возможности. Да, нам не везет часто с властью. Да, у нас проблема с профессиональными и ответственными государственными чиновниками. Но украинцы настолько сильные люди, что они способны это пережить, вытерпеть, выдержать всем врагам назло. Это сложное время, тяжелое время, оно обязательно пройдет. Но самое главное за этот тяжелый период времени не совершить ошибок, которые потом нельзя будет исправить. А це якраз таки одне із таких рішень. Можна ошибатися там і в налоговій системі, і в соціальній сфері. Можна. Це все, що ми справимо. Ми прийдемо в клас, ми відмінимо весь цей ідіотизм. І, звісно, звинимося перед людьми за те, що цей непрофесіоналізм процвітає другий рік в країні. Але це все поправимо. Вот такие решения, как продажа стратегических объектов, продажа украинской земли,
решение сокращения школ и больниц. Это то, что потом сложно будет исправить. То, что отразится на детях, на внуках, на правнуках и на поколениях, будущих украинцев. И поэтому против этих решений мы должны стать как за свою землю и за свои предприятия, и не допустить этого. До теми, яка вам близька і дуже добре зрозуміло, мова про те, що уряд з 1 жовтня скасував регулювання цін на соціально важливі продукти. Як ви оцінюєте це рішення? Маразм кріпчає. Поэтому, знаете, иногда читаешь и думаешь, это действительно вот происходит у нас в стране. Да? Действительно мы вот докатились вот до такой вот степени неадекватности принятия решений. И я правильно, нужно всегда смотреть, как в Европе, как в мире, анализировать. Но всегда нужно делать поправку на то, что мы живем в Украине. И мы должны нести ответственность перед украинцами за нашу страну, за положение дел в нашей стране. Вот отменить сегодня регулирование цен на социальную группу товаров. Прекрасно. Пенсии не поднимать, а тарифы поднимать. И теперь еще и цены поднять. На вашу думку, від нерегулюваності ціни підуть вгору? Так, есть хоть, знаете, какая-то преграда, да, у производителей, у тех, кто продают социальные, это хлеб, масло, сахар, мука, то есть это самые необходимые вещи, продукты питания для хотя бы выжить человеку. Так был хоть какой-то барьер, да? То есть они хитрили, то есть эта система не супер там досконально работала, но была все-таки угроза, и многие относились к этому ответственно. Теперь, пожалуйста, хочешь завтра сахар в 5 раз по цене поднять, пожалуйста, хочешь муку поднять в 10 раз, пожалуйста, у тебя нет после этого никакой ответственности. А говорить здесь о рынке, так о рынке нужно говорить, о рыночных ценах, но для этого дайте, пожалуйста, сегодня рыночные пенсии и рыночные заработные платы. А пока все, что происходит, то у нас привели к тому, что забрали пенсии и зарплаты почти в 2 раза, но зато сделали все цены рыночными. Поэтому мы категорически против этого, мы тоже зарегистрировали законопроект и считаем, что это также абсолютно неадекватное решение. Пані Наталя, ну і на завершення хотілося б почути вашу оцінку взаємовідносин між владою та опозицією. Все частіше ми чуємо претензії з боку, зокрема, і правоохоронних органів до різних представників опозиційного блоку. Є повістки, які з викликом на допит. Як ви до цього ставитеся? Як все це сприймаєте? А вы же видите, когда власти нечего рассказать о своих достижениях, да, прийти и просто, ну, с людьми пообщаться, сказать, да, мы смогли. Мы смогли получить безвизовый режим, мы смогли привлечь сюда инвестиции, создать рабочие места, поднять зарплаты, пенсии. Да, мы профессиональная команда, которая... Они же этого не могут сказать, потому что, ну, люди, ну, в лучшем случае не совсем цензурно ответят им. Поэтому нужно все время вот свой непрофессионализм, свои неуспехи каким-то образом в публичной сфере чем-то другим отвлекать людей, на что-то другое внимание людей концентрировать. А проще всего обвинить оппозицию в том, что это они виноваты, что за 2 года пенсии сегодня, зарплаты и долги по зарплатам сократились 3 раза, а долги по зарплатам выросли в 3 раза, что закрылись предприятия, что за 3 года, вот мы поднимаем вопрос, да, Минские соглашения, скажите, мы слышим только политические заявления, давайте проведем закрытое заседание парламента, открытое, но давайте честно разберем, что сделано, что не сделано, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать, давайте найдем политический консенсус. Нам сегодня нужен мир в Украине. Женщины всей страны сегодня поднимаются, объединяют свои усилия и готовы вести и диалог, и принимать решения, и содействовать всем процессам установления мира в Украине. А, к сожалению, у нас вместо этого придумывают очередные там политические репрессии, придумывают гонения на оппозицию, чтобы просто не проводить те необходимые трансформації, які сьогодні потрібні Україні. Ну нічого, це теж пройде. Як ми сказали, Україна, Україна сильна, і сильна, вона переможе. Сильна, і це чорна полоса, вона обов'язково пройде. Все буде добре. Наталія Королевська, народний депутат України, другий міністр соціальної політики, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу, залишайтеся з нами і далі.